Давай. Вот и он, Елена. Тайный вход в Шамбалу. Да. Я не вижу. Я тоже. Что, опять на стену лезть? Продолжай искать. Должна же быть подсказка. Ты уверен, что это здесь? Обязан. Просто не видим. Держись за мной. Брось пушку. Быстро. Назад. Черт. Мне стоило убить тебя, когда была возможность. Ничего, мы это поправим. Назад. О, спусти курок, милая, и тебе конец. Ты откроешь мне путь в Шамбалу. Пошел ты. Ты ведь изучал историю, правда, Дрейк? Прочел пару книг. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Пол Пот, величайшие правители. Знаешь, как они обрели власть? Расскажи, не томи. У них хватало духу сделать то, что не смел никто. Милосердие — это зло. Это удел слабых. Ну, хватит испытывать судьбу. Бросайте оружие! Откинь прочь. Ты испытал мою волю. Мой черед испытать твою. Можешь убить нас, тебе это не поможет. Но он-то мне нужен. А ты... Тронешь ее, я ничего не скажу. В таком случае мы зашли в тупик. Тогда поставим на доску еще пешку. Ведите ее! Черт! Не трогай меня! Так, одна будет назиданием, а вторая — стимулом к сотрудничеству. Выбирай. Не вздумай, Нейт. Не играй по его правилам. Нужна моя помощь, отпусти их. Я не стану торговаться! Кем ты пожертвуешь? Кого спасешь? Вот эту или вот эту? Или все-таки... Слушай, хватит. К черту мелодраму. Я сделаю, что скажешь. Спокойно. Ты, Табаки, дай зажигалку.
откуда знаю? Найди другой путь и поправь все! Он идет с тобой. Может, хоть так ты выполнишь задачу? И вот что, Дрейк. Не делай глупостей. Отлично. Пошли. Ах ты, двуличный сукин сын. Да, у меня... Только дай мне повод, Дрейк. Стой, подожди, у папочки пистолет. И как тебя Лазаревич еще не убил? Подсади, приятель. Вот так. Осторожно, камнепад. Эй, ты! Простите, мешает пройти? Рад, что тебе весело. Извини. Класс. Видишь, тебе стоило бы доверять мне. Вот так, лапочка. Давай, ты первый. Надеюсь, ты не заведешь меня в тупик? Нам сюда. А ты не боишься, что пузо застрянет? Помоги сдвинуть. Так точно. Ну, дружно... Прямо как в старые времена, да? Главное подняться в гору. Прямо как Стоунхендж, да? Нет. Помоги мне. Ну давай, кисейная барышня. Статуя твоей мамы. Оу, смотри, это твое эго в натуральную величину.
Надеюсь, ты допрыгнешь сам. Если ты сможешь, помогать тебе, я и не подумал. Ой, помоги, помоги! Забудь, я пошутил. Ладно, пора открывать. Так, за дверью еще одна дверь. Ладно. Так что мы должны сделать, что? Подожди здесь. Как обычно, положись на меня. Ну что? Стой. Что? Символы. Я их узнаю. Маленькая книжица, большие цилиндры. Не можешь поживи. Погоди, я пытаюсь подумать. Пошли, Нейт, у нас мало времени. Мы же не хотим разозлить Лазаревича. Сделай одолжение, Флинн, отстрели мне уши, будь другом. Thank you.
Поднимается из пола. Давай, займись лучше делом. Нам что, надо муки намолоть? Что это? Готово. Да-да-да. Это за твари? Что? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Лазаревич, я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. Вот тут твой путь обрывается. Нет, 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 не сейчас. Я хочу, чтобы он увидел Шамбалу и умер, зная, что я отобрал у него. Открыть ворота!
пора. Ты уже слишком давно путаешься у меня под ногами. На колени! Эй, эй! Зора, был уговор. Не прощаю предателей. А, ну раз ты сам знаешь, как найти камень, значит, обойдешься без меня. Спасибо. На колени! На нас напали! Что это? Они повсюду! Помоги! Осторожно! Стреляйте, солдаты! Ну, черт! Что это такое? Ах ты дрянь! Бежим! Уходим! Идем. Все нормально? Тихо! Надо немедленно выбираться отсюда. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Ладно, идем. Идем. Некогда зевать. Идем, идем. Смотри, сейчас он что-нибудь сломает. Кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй, им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Угу. Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек – клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество, и что камень сделает его неуязвимым, бессмертным. Мы стоим посреди Шамбалы, и ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты.
Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Нет, не в этот раз. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Ладно, пошли спасать ваш чертов мир. Опять эти уроды. Назад! Не подпускайте их! Это еще что такое? Крепкий орешки, вот. Стреляй, стреляй! Нам нужно более серьезное оружие. Это уж точно.
Да. Давай, тут надо перепрыгнуть. Там все нормально. Это сок. Вроде той смолы. Он хорошо горит. Отойдите. Боже мой, что это? Не так все страшно. Это сок. Вроде той смолы. Боже мой, что это? Сок хорошо горит, так же, как та смола. Другой разговор. Пошли. Выглядит очень знакомо. Конечно. Вот где лежит камень Чинтамани. Как тут красиво. А ведь когда-то здесь было очень красиво. Тут очень тихо. Немного жутковато здесь, а? Да. Thank you.
нас гости. Опять? Может, не заметили? Черт, да тут повсюду солдаты. Угощайтесь.
заклинило. Не хватает противовеса. Ты вроде как раз нужного размера. Смешно. Ладно, сейчас. Ладно, поехали. Давай! Ну, практически впритык. Лови! Граната! Осторожно. Вы там целы?
Похоже, нам надо забраться туда. Используем тележку. Поехали. Хватит. Молодцы, ребят. Спасибо за помощь, Хлоя. Черт, ложись. Тут опять охрана. Они спешны! Они используют противник. Осторожно, они используют прощи. Они все прибывают. Shut up!
Он тут щелся! Свободен. Камень где-то рядом. Идем наверх. Скорей, надо спешить. Ну все, почти пришли. Вот он, камень Чинтамани. Надо же, мы обогнали их. Какой красивый. Да, просто блеск. Расшибем его и смоемся отсюда. Постой. Что-то не так. О чем ты? Марко Поло ошибся. Это не сапфир, это янтарь. Янтарь? Да, окаменевшая смола. Древесный сок. Минуточку. Что это? Не может быть. Послушай, Нейт. Ненавижу, когда он так делает. Кому ты рассказываешь? Как я упустил это? Что упустил? Это вовсе не камень, это смола. Сок дерева жизни. Стой, я ни черта не понимаю этого дерева. Нет. Вот этого. О, черт. Вот он где. Лазаревич. Идет к дереву жизни. Господи, черные зубы. Что? Черные зубы. У тех монстров и у трупов в Борнео. Они ели смолу и переродились. Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Предлагаешь подождать и проверить? Браво, Шерла. Отлично. Блин. Господи. О, Гарри. Что, приятель? Лазаревич все понял раньше тебя? Ты опоздал совсем чуть-чуть. А я решил остаться и подождать старого друга. О чем ты говоришь? Зоран все так и задумал. Он умнее, чем кажется. Мы еще можем остановить. Елена, не надо. Нет, мы можем помочь тебе. Прости, милая. Это не кино, где смелая красавица перевоспитывает негодяя и всех спасает. В жизни так не бывает. Флинн, послушай, ты... У меня подарок от Лазаревича. Жаль, что без Чики. Назад! Елена! Нет! О, Господи! Елена! Так, все будет хорошо. Держись, мы тебя вытащим. Давай! Остановите Лазаревича! Скорей! И не думай. Идем. Они вон там!
черт. Ничего, я держу. Прикрывай. Ладно. Остановите их! За мной. Лазаревич! Да черт. Надо вытащить Елену отсюда. Расчищу путь. Нет. Давай, ты сможешь. У нас гости. Елена, как ты? Тут. Аккуратней. Ты сможешь, давай, еще шаг. Так, пригнись, надо проскочить. Вот. Хлоя, спасибо. Кажется, это последнее. Эй. Елена, как ты? Плохо дело. Ты держись. Я на тебя рассчитываю. Ну, идите к выходу. И как можно скорее. Стой, не поняла. Нет. Нет, не смей. Слушай, Хлоя, это мой... Даже дом. Не думай. Сейчас нет времени на это глупое геройство. Выведи ее отсюда. Без тебя не пойду. С помощью этой смолы он создаст армию монстров. Не делай этого. Лазаревич станет неуязвимым. Я должен этому помешать. Это самоубийство. Ты сам знаешь. Уходи. Уведи Елену как можно дальше отсюда. Чем я занимаюсь? О, черт! Ой.
Что за черт? Дрейк. Дрейк! Не стрелять! Не стрелять! Он мой. Извини, ты не в моем вкусе. Нет, это невозможно. О, черт! Не можешь тягаться со мной? А ты уверен? Попробуй, поймай. Давай! Yeah!
Лазаревич! Ты считаешь меня чудовищем, но ты такой же, как я, Дрейк. Скольких ты убил, а? Скольких только сегодня? Право, парень. Ни милосердия, ни пощады. Давай! Нет. Тебе не хватит духу. Мне нет. А вот им... Твою мать! Надо выбираться отсюда. Идем. Давай, милая. Ну и что же ты там делал? Ну это, мир спасал. Так. И держишь. Так, слишком долго. Пошли. Пошли! Ну, девушка... Елена... Господи, нет! Елена, держись, прошу тебя! Слышишь, держись! Все будет хорошо, мы почти пришли, все будет хорошо, обещаю! Елена, не надо! Елена! Трекла, шефер кинала габучигре. Дужиче. Это было долгое и странное путешествие, а? О, да. Знаешь, тебе надо чаще геройствовать. Тебе идет. Не. Ответь мне на один вопрос. Какой? Ты ее любишь? Хлоя, прости меня. Нет, не надо. Правда, это ничего, но сделай себе одолжение. Скажи. Хлоя. Нет. Теперь мне пора уйти. Но ты будешь скучать по моей заднице. Эй,
Кое-кому запрещено вставать с постели. Ужасная пациентка. Слишком упрямая. Да ладно, вовсе я не упрямая. Так, никакого сапфира. Говорю же, нет. И вы уверены? Да. Это был просто миф, Салли. Мифом по счетам не расплатишься. Что-нибудь подвернется. Главное верить. Вера превращает четвертак в 25 центов. Куда пошла Хлоя? Увидимся. О, нет. Ты старый развратник, Салли. Ага. Ты молодец, Нейт. Он бы это одобрил. Да? Ну, и куда мы отправимся отсюда? Я не знаю. Сообразим по обстоятельствам. Как обычно. Но, пожалуй, мне это нравится. Отлично. Скажи, по 10-бальной шкале, как сильно ты испугался, что я умру? 4. 4? А что? 4. Ну да. Да не меньше 8. 8? 8, не меньше. 8? 8 – это были те твари. Ты издеваешься? Они были очень страшные. А что тогда 10? Клоуны. Клоуны хуже моей смерти? Да, не люблю клоуны. Клоуны? Не люблю клоунов. Да брось. Ты думал, я умерла? Нет. Думал, что потерял Нет. меня? Я знал, да-да. Что вытащу я тебя. Я видела твои слезы. И слез было много. Слезы? Там ага. дождь шел. Нет, не шел. Слезы? Шел дождь. Светило яркое солнце, и ты плакал. Ты была без сознания, и шел дождь. Не ври. У меня твои слезы в пузырьке. Могу показать.